Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. С радостью хочу представить вам новую социальную сеть. Казалось бы, ну куда еще? Но поисковая система обладает высоким потенциалом по привлечению подписчиков, и каждый из них хочет свой собственный Facebook. Идея с Google Plus явно провалилась, а вот у Яндекс, похоже, есть таки шанс. Название, по меньшей мере, у ее новой социальной сети стильное – Яндекс.Дзен. Итак, что такое Яндекс.Дзен? По сути, это новостной агрегатор, или скорее, по сути, это социальная сеть. Словом, это новостной агрегатор с элементами социальной сети. Тут есть лента новостей, все так красиво оформлено. При переходе вы попадаете либо на страницу издательства, опубликовавшего статью, либо на страницу канала в Яндекс.Дзен. Если у канала, сайт не привязан к этому, собственно, каналу. Так, это опять издание. Сейчас я найду страницу канала в Дзене и покажу. Привязать сайт к каналу не так-то просто, и об этом я, вероятно, расскажу отдельно в другом скринкасте. А пока вот. Статья на Дзене. Адаптирована в первую очередь под мобильное устройство, как я понимаю. Тут же есть комментарии, другие статьи автора, и тут же можно на канал подписаться. А, я уже подписан. Это случайно. Итак, Яндекс.Дзен – это агрегатор новостей с возможностью подписаться на каналы, которые вам интересны. Каналы могут принадлежать и частным лицам, и в этом смысле можно было бы сказать, что это обычная социальная сеть, но единицей контента все-таки тут являются статьи, желательно еще и красиво оформленные, а не бесконечные фотографии котиков или пионов в моем палисаднике. И если помножить это на алгоритмы Яндекса, присутствие такого понятия, как карма, это что-то типа X, индекс качества сайта, только местного значения, да еще добавить к этому монетизацию каналов не от случая к случаю, а монетизацию как часть философии Яндекс.Дзен. Получается, что физические лица с постами в стиле фейсбучных «всех с пятницей» здесь просто не выживут. Хотя физические лица тут, конечно, есть. Более того, канал можно завести только на физическое лицо, имеющее аккаунт в Яндексе. Так что если у вас есть аккаунт в Яндекс, считайте, что у вас уже есть канал в Яндекс.Дзен. Переходим здесь в редактор и попадаем на свой канал. Соответственно, я вам рекомендую, если канал создается для организации, завести новый аккаунт в Яндекс, а не использовать существующий аккаунт физического лица. Потом могут возникнуть сложности с правами. Тут уже есть три статьи. Понятно, что они не ваши, а предустановленные. Инструкция, с чего начать. Короткая, но ее достаточно, чтобы начать. Дальше, как зарабатывать. Я говорил, что монетизация – часть философии Дзен. Смешно получается, часть дзен-философии. И что запрещено писать? Тоже часть философии. Дзен пытается генерировать качественный контент. На первом месте, например, здесь запрет на кликбейт. То есть заголовки в стиле «ты обалдеешь, когда узнаешь, достаточно сделать это» и многоточие. Возвращаемся в редактор, ну и, собственно, давайте создадим свой канал. Точнее, оформим, потому что канал, напомню, уже есть. Добавляем фото. Меняем название. Добавляем описание. Можно пометить канал как канал для взрослых, но это не про нас. Дальше ссылки на социальные сети. Понятно, что лучше проставить. Контактная информация. Телефон и адрес электронной почты. Телефон нужно указать и даже подтвердить, иначе вы не сможете опубликовать статью. Но это можно сделать и позже, перед публикацией. Сайт мы добавить не можем, для этого нужно, чтобы были соблюдены определенные условия. Дальше можно даже подключить сюда метрику. Соглашаемся с условиями и канал готов. Все. Теперь мы можем публиковать свою первую запись, либо как статью, либо как нарратив. Нарратив – это формат для мобильных устройств, который предполагает публикацию в несколько экранов. Интересный формат. Выбираем статью и переходим к редактору. В принципе, здесь все просто и понятно, а если будет непонятно, пишите в комментариях, сделаю отдельный скринкаст. Собственно, все перечисленное говорит о наличии у этого проекта высокого потенциала. Кроме того, что красивый новостной агрегатор с элементами социальной сети – вещь полезная, так еще и всякие небольшие приятные фишки присутствуют. Ну и монетизация. Все, любите друг друга, повторюсь, для продвижения благой идеи можно использовать все платформы, включая, естественно, Яндекс. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.